Здравствуйте! Предлагаю вашему вниманию YouTube-канал «Аудиокниги на башкирском языке». Здесь есть разные сказочки на башкирском языке, аудио, которые можно слушать в машине, через наушники и так далее. Для всех, кто хочет изучать, знать родной башкирский язык, ставить детям и так далее, это будет очень интересно. Давайте послушаем какие-нибудь аудио из этих плейлистов. Тапшыру 3 яшьтән өлкән балаларга тәгаенләнә. Ва кеше яшәгән урынга килә. Шулай итеп, бесәйләр кешегә әйләшеп китә. Кешеләр уларны яратып, үзе менән бер йортта яшәтә башлай. Шуңа ла бесәйләр турында әкиәттәр, шигырьләр. Мал ҡорто һәм күгәүен. Йәмле көне. Сәскә атҡан үләндәрҙең һәр бер төрө. Көнгә ҡаршы йәм-йәм иткән был сәскәләр ҡайбере ваҡ, ҡайбереһе яҡшы уҡ эре. Халыҡ сәскәләнә. Кәзә шунда асыуланып, өҙөп ҡуйҙы. Ике ҡәҙәм, хужанан мин ашарға ла һорамайым. Бақталардан қайтылма, ойға тұзын. Түтүлер де ісім баша. Артта қалхам. Алға сұғы баша. Тут есть даже Урал Батыр. Видите, давайте послушаем. Целых 3 часа идет. Почему-то только един символик. Аман бергенди. Тәтәні юнтек ойылдай, өздері зур дейіндей, дұрт батыры келгенди. Теләгәнем булманы. Егет, мине хур итмә. Баланы урлап алырга. Ну и так далее. То есть это такой достаточно хороший канал для всех, кто хочет слушать аудио на башкирском языке. К сожалению, обновлений давно не было. Видите, один год назад было одно обновление. И дальше вот все остальное было выложено 2 года назад. Но я надеюсь, что в будущем будут обновления, если новые подписчики подпишутся на данный канал, что я вас и призываю сделать, подписаться на данный YouTube-канал «Аудиокниги на башкирском языке». И также обращаю внимание, что здесь вот есть данные по группе ВКонтакте. Вот эта группа ВКонтакте, а здесь уже почти 4000 участников. Соответственно, вы можете также вот эти аудио, я думаю, и здесь слушать. И какую-то информацию брать, да, по этому поводу. Общаться, вот видите, с администрациями соответствующей группы и авторами данного YouTube-канала. Рекомендую YouTube-канал «Аудиокниги на башкирском языке». Это очень полезный YouTube-канал. Я думаю, вам он будет очень интересен и полезен. Также хочу сказать, что вот на канале «Башкортизейшн» в разделе «Плейлистов», соответственно, плейлист под названием «Цифровизация по-башкирски». Вот сюда я засунул это видео, которое вы смотрите. Вот сюда вот вверх. Так как в моем понимании данный канал отвечает критериям цифровизации башкирского языка. Здесь мы видим аудиокниги, аудиосказки на башкирском языке, что, собственно, отвечает моему пониманию цифровизации. И еще один момент, который я хотел бы сказать. Не все плейлисты на канале «Башкортизейшн» видны. Да? Не потому, что они скрыты. Скрыты они, конечно, не видны. Но даже те, которые не скрыты, не все они видны. Для того, чтобы увидеть большее количество плейлистов, можно вот так нажать «Упорядочить» и выбрать, допустим, «По дате обновления». Тогда вы можете увидеть какие-то из плейлистов, которые не были видны до этого, но другие, соответственно, пропадут. Это связано с тем, что на YouTube есть ограничения по количеству плейлистов, а у меня их тут очень много на канале, поэтому некоторых просто их не видно. Вот есть такой момент. Еще раз призываю подписаться на YouTube-канал «Аудиокниги на башкирском языке» и слушать на родном языке соответствующие сказки и прочее аудио. И вот и группу ВКонтакте. Вот это. Баш Аудио Китап. Вот. Спасибо большое за внимание. До свидания.